Reminder, this video is going to be in Russian. If you don't understand, you can watch the gameplay or click out of the video. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Всем привет, с вами Бейблэйчу и Сью Мастер Пауэр, и сегодня будем играть в Блар, Брау Старс. И мы сейчас быстро в игру в одиночное столкновение. И мы сделаем, что мы выиграли 3 побед подряд. Окей, мы идем сначала за ящичек. О, Нита, она сразу за нами. О, мы у нее вот так, давайте, ребята. Давайте. О, мы взяли эту быстрее, чем она. Ну, теперь она хочет меня сейчас. Что-то меня там сделать. Окей. Во, сейчас супчик, и все, я не дал уже. Ребята, почему вы не подписываетесь на канал? Надо подписаться на канал. Пожалуйста, подпишитесь на канал для меня сейчас же. И теперь, ребятки, мы уже пошли. Давайте еще пару ящичков. 6 бойцов осталось. Ну, неплохо мы так сыграли сейчас. Ой, я вижу, там Карл. Окей, сейчас Карл. У него мало хп. О, нет, Джеки, простите меня. О, вот теперь Карл. Он хочет мне попасть, но я не так быстро сделал. Быстрее. О, столкновение. Столкновение. Окей. И сейчас я проверяю кустики, это очень важно, кустики проверять. О, Дерли, блин, мне так Дерли не нравится. Он как Буль, конечно же, или Шелли. Если Шелли так ранкоп сделаешь быстро, но она тебе сейчас как тебе даст? Я даже не знаю, блин. Вот ты, если она тебе так даст, ты с таким станешь. Окей, ребятки, уже второй матч. Давайте. Окей, Буль. Ой, нет. Мне не нравится Буль. Ну, он сильный, да, он сильный. Когда с ним играю, он мне нравится, короче. Да, мне было 60 кубков, я был такой нубый потом. Я добыл и дошел один день, я думал, что это было невозможно. Я не знаю, почему я вспотел. Ну, короче, ребята, 6 бойцов осталось. Окей, кольт, у меня позже заметил, сейчас хочет меня там супчик сделать. Окей, еще сила, да. Окей. Еще ящичек надо, давайте. Окей. Ой, нет, Рико. Я что, Рико уже убил? Розу. Тот же самый персонаж, как я играю. Блин, как я не попал вообще, Рико, ты чё с тобой? О, почти, окей, столкновение. И теперь Шелли, о, блин, опять Шелли. О, я выиграл. Очень классно. Как вы знаете, о, жетончики мы получили, это класс, а место 34. У меня что-то такой ранг 7, я надеюсь, что после последнего матча получу хоть 8 ранг на розу. Что на телефоне мне 16, блин, я даже не знаю. Окей, последний матч, пожалуйста, я должен выиграть. Если я не выиграю, я, короче, должен начать все заново, давайте. Короче, я объясню, если я проиграю этот матч, я должен опять, чтобы одну победу, вторую и третью, я сразу не буду играть в последний матч. Это, короче, ну, вы понимаете. О, Роза. А, она ФК, блин. Она ФК. Окей. О, мне своя суперсила доступна, но не хочу не использовать. Я буду использовать, например, на какого-то сильного, но не на кольта, я не знаю. Я не знаю, если на кольта я использую или нет, но... Короче, я уже оставил наконец. Значит, я уже ставил. Окей, короче, ящички. Я проверял кусики. О, Дерли, опять этот чувак. Что он там делает?
Перли, о, да, мне не нравится, когда это случается. Короче, спрятался. Окей, я опять использую силу. И, ребятки, мы уже выиграли. И, короче, у нас много жетонов. О, ранг восьмой, наконец-то. Хоть и на те, что скоро будет 9-й. Окей, у нас больше точность много для ящичков. Да, ящик, я последний ящичек открою. Окей. И, короче, всем пока!